Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В Курской области прошла штабная тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На базе аварийно-спасательной службы региона состоялся смотр готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС. Всего было представлено более 160 человек и порядка 40 единиц техники. Также цель сегодня стояла – это смотр сил и средств, которые привлекаются на условную чрезвычайную ситуацию, ну или фактическую, которая у нас в течение года на территории области может возникнуть. Прорабатываем взаимодействие сил и средств всех ведомств, служб, представленных на территории области. Это касается федеральных и областных. У нас общая группировка, которая подразумевается и привлекается на паводковый период, тут в частности, более 4000 человек и более 1500 специальной техники. На территории населенного пункта Щетинка были отработаны 7 учебных точек. С помощью беспилотных авиационных систем спасатели провели авиаразведку обстановки. Затем организовали эвакуацию пострадавшего населения. Их роль выполнили статисты. Личным составом центра ГИМС главного управления организованы поиск и спасение условно пострадавшего, которого огнеборцы оперативно доставили в карету скорой медицинской помощи. Спасатели аэромобильной группировки главного управления показали перекачку воды с использованием плавающей мотопомпы. Затем спасатели аварийно-спасательной службы Курской области с помощью крана извлекли из водоема автомобиль. Руководители на учебных точках отметили высокое качество выполнения отработки всех элементов тренировки. Аналогичные тренировки прошли во всех муниципальных образованиях. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.